Всем привет! С вами Фия. Это Полина. Бабушка. Поход в Макдональдс, серия! Так, аккуратно, аккуратно. Да, мы сегодня направляемся в Макдональдс. Я не частый посетитель Макдональдса. Розочки. Да, розочки. Ну, во-первых, почему мы идем? Потому что наконец-то наш Макдональдс реконструировали. Он уже выглядит совершенно по-новому. Хотя я вообще помню, когда его только открывали. Мне было столько лет, сколько моей сестре. Да. Так что уже давно пора его было подштукатурить. Так что мы направляемся, посмотрим. Плюс я хочу попробовать кое-что новое из их меню. А я знаю. Да. Так что, ну вот, все, направляемся. Вот сколько я не проезжаю, всегда пусто. Сегодня, видимо, приехали детки с разных. Это Полина? Да, это Полина. Вот, я как раз не пробовала. Я вообще один из тех людей, которые никогда не пробовал Биг Мак. Да, есть такие люди. Это как раз 50-летие Биг Мака. Спробуйте бекон. Big Mac Bacon. Таке буває тільки в 50. Они выпустили новый вид с беконом. Тут вам написано, кому тут бекон. Картофельные дипы. Маэстро бургеры. И... А так, в принципе, тут все остальное у нас уже... Это классика жанра. Это пирожок, который я обожала в детстве кушать. И до сих пор люблю. Спрайт. Так что, ну все. Вылетаем. Да, картошка. Сейчас, во-первых, я хочу посмотреть, что это за такой известный... Ого! А это бабушки? Да, это бабушки. Смотри, котлетка и вот самый бекон. Я, кстати, думала, что он будет больше. Так что... И, кстати, вот эти картофельные дипы, они очень интересно так нарезаны, как такие лодочки, что ли. Как тебе, вкусно? Нравится? И самый любимый соус барбекю, который все делает вкусно. Я помню, когда мама шла с работы, она частенько покупала эти пирожки. Это прям был праздник. Ну что, давайте попробуем. Разные виды. Да. Вот есть обычная классическая картошка фри. Вот такая. И вот такая вот. Вот если их попробовать. Они совершенно разные на вкус. Ну, я бы не сказала. Но это чуть-чуть помягче. Это такая более мягенькая, да, все по-домашнему. Ну, а такая это классика жанра. Сейчас попробуем. Он тут не, он все-таки большой. Все-таки я не увидела вот этот вот уровень с булочкой. Да, ну что это мне слишком много, вот такой красавец. Так что я его поделю со своей сестрой. Я правда не знаю, насколько отличается обычный Биг Мак от такого, но вкус, вот, все, это вкусно? Да. Вкусно, да? Ну вот, отлично. Спасибо за хороший поход. Да, вот так вот мы и перекусили. Конечно, было очень вкусно, и мы все съели. Конечно, да. Все съели. Когда заходишь в Макдональдс, да, то всегда тут что-то вкусненькое. Да. Так что вкусно? Вкусно, да. Биг Мак? Вкусно? Да. Картошечка? Да. Самое главное, весело. Да, вон у нас за нами детская площадка. Это вообще весело. Да, очень супер. Весело. Раструси картошечку. Побежала. Она еще
ты тут не побегал? Они кормят все вы классные. Очень классные. Ну что? Да. Да, правда, там мальчик какой-то. Ну что, движемся? Да. Без этого. Молодец. Чудо-девочка. Все. Все, движемся.